Всем большой привет! Меня зовут Наталья, я сегодня буду за кадром, не буду показывать свое лицо и не будет сегодня макияжа, у нас сегодня будет болтологическое видео. А в кадре будет вот этот пакет большой с всякими косметическими пустыми баночками, их здесь достаточно много, я, как правило, собираю этот пакет. Вот, и, в общем-то, буду вам доставать из этого пакета по одному средству и говорить то, что я, собственно, о нем думаю, купила бы я его еще раз или нет. И я знаю, вы любите такие обзоры пустых баночек, поэтому начинаем. Итак, первое средство, первая баночка – это Hamish All Clean Balm. Обожаю, на самом деле, этот... Обожаю эту банку, жалко, что она закончилась. Очень классный бальзам. Что он из себя представляет? Здесь забыла, где-то валялась. Вот она. Такая лопаточка, вот он закончился, собственно. Я все выскребла до дна. Классный аромат. Средство закончилось, а аромат до сих пор остался. Классный бальзам, на самом деле, с ненавязчивым каким-то фруктовым ароматом. Небольших стоит денег. Если захочется купить что-то вот именно бальзамное, я думаю, что буду брать его и еще не раз. Вот, очень хороший бальзамчик, смывает все стойкие макияжи, не раздражает глаза, не оставляет после себя какого-то масляного финиша на лице. В общем, смывается весь без остатка, приносит удовольствие, куплю, я думаю, что не раз, как я уже говорила. Поэтому да, еще раз да. Так, дальше, не глядя, достаю бутылочку, и у нас Bravura London First Cleanse Oil. Это гидрофильное масло от Bravura London, это такая миниатюра, пробник, я брала их сетом, набор таких бутылочек, в том числе туда входила вот такая миниатюра их гидрофильного масла. Классное масло, все почему-то пишут про какой-то чудесный аромат от этого масла, я, честно говоря, не прониклась, ну, как бы оно не противное, но не прям вау. По крайней мере, Hamish мне нравится больше. Вот, масло хорошо смывает, все с ним было комфортно, я его использовала также до последней капли, но вау-эффекта я не ощутила, поэтому полноразмер, большую бутылку брать не буду. Вот, а так, если кто-то хочет разнообразить свою рутину, можете попробовать взять тоже вот такую вот либо маленькую бутылочку, либо какой-то сет, где это масло попадется вам в наборе. Снова Bravura London, и в частности сыворотка с салициловой кислотой 2%. Брала, чтобы попробовать и понять разницу. У меня до этого был тонер с салициловой кислотой от Polo Choice. Я хотела попробовать, собственно, другие бренды, что они из себя представляют, и, в общем-то, сравнить, что лучше, что хуже. Все как бы одно и то же, что мне Polo Choice была, что вот эта салицилка от Bravura London. В общем-то, я разницы особо не заметила, салициловая кислота и кислота, в общем-то. Работает она так же, все то же самое. Единственное здесь не минус, хотел сказать косяк, в минус я не могу это записать, а... Аромат, собственно, этого средства пахнет ацетоном, но это только при первых разах, когда вы только наносите этот тоник на лицо, вы ощущаете этот не очень приятный аромат растворителя такого. Вот. Но потом, когда вы уже привыкаете пользоваться, то уже и не ощущается, конечно. Вот. Ну и когда наносите на лицо, только в процессе нанесения вы ощущаете этот аромат, а когда уже нанесли, ходите и, собственно, высыхаете, то никакого аромата уже не чувствуется. Работает на все 100, классная. Единственное, здесь очень мало, 30 мл. Стоит она по... Вот эти 30 мл стоят так же, как 100... сколько-то там, 13 или 118 мл салицилки от Polo Choice. Поэтому, ну как бы, 30 мл напротив 100 мл Polo Choice за ту же цену. Ну, такое. Второй раз я, конечно, ее не возьму. Это капли для глаз, Редина Дуэ, итальянские капли для выбеливания белков глаз.
Капли классные, я когда езжу в Италию, я их постоянно покупаю. Они, как правило, идут в наборе, там по несколько штук, там я беру их по 3 штуки. Я и в работе их использую, и дома, и клиенты мои постоянно мне их заказывают. В общем, классные капли, присмотритесь, они не раздражают глаза, очень быстро отбеливают белки глаз и делают их прям такими голубыми. Вот, поэтому стоит своих денег, я беру, буду брать еще много всегда. Дальше у нас тюбик Dr. Jart. Это гель для душа. Я брала, мне кажется, уже всю серию керамидина от Dr. Jart. И что-то вот мне в наборе там попалось. Значит, что у меня там было? У меня был лосьон для тела. И был такой вот гель для душа. Прикольный гель для душа, не сушил кожу, все с ним было классно. Хорошо, что это был пробник, большой размер не возьму. Честно, я, ну как бы при всем уважении к доктору Джарт, именно вот этот гель для душа меня не впечатлил, поэтому его брать не буду, честно. Дальше у нас это пенка для умывания от Real Barrier. Тоже брала сет миниатюр в косметичке, там много-много разных кремиков было. Сейчас дальше еще что-то там будет из этого сета. А в частности, это пенка у нас была. Нормально, самая обычная, простая, не раздражала, не смывала все до скрипа. Коже после умывания было с ней комфортно, точнее после нее. Вот, поэтому как вариант, почему бы нет? Вот, я, в общем-то, попробовала, поставила для себя плюсик, что ежели что, то можно брать. Вот я с таким умыслом пробую такие миниатюры. Следующий у нас баночка, тюбик с волосами. Это у нас от Изантри ампула с идобиноном, с витамином С, с прочими ништяками. Их было две. Одна у меня уже в первую, давно уже закончилась. Это вот стояла, ждала своего часа. Честно, я не поняла, как бы, вот эффект вау, я, ну, как и все большинство, да, жду, что намазав на себя какое-то определенное средство, и мы через какое-то время можем сравнить, типа, было-стало, да, до и после. Используя данную ампулу, честно говоря, я не увидела ничего. Ну, как бы, наверное, у меня кожа избалованная уже и слишком привыкшая ко всяким таким ништякам, что я качество кожи, в общем-то, особо и не заметила каких-то улучшений либо ухудшений. Вот, поэтому попробовала и ладно, как бы, ну, было и было. О, это мой must-have вообще. Это просто вот у меня здесь вот стоит пустая баночка, а уже на подходе еще одна. Видимо, еще бы 2 дня прошло, и у меня бы здесь в обзоре их было сразу две. Это пилинг-скатка от фирмы IPU. Самая, мне кажется, дешевая скатка, которая вообще есть, самая рабочая, самая простая, с PHA-лактобионовой кислотой. Очень-очень, да безобразие вообще, простая. Пилинг-скатка, всем ее рекомендую, всем, кто еще не начал пилинговаться подобными средствами, вот просто начните уже и бегите в подружку, покупайте. Стоит она что-то 535 рублей, не знаю, бывает на нее скидки, нет, но вот я их беру прям сразу по несколько штук, я, муж, ей пользуемся уже, ну, около года точно. Вот, классная на самом деле пилинг-скатка, как для начинающих, так и уже для опытных. Я ее рекомендую. Пользователи, отшелушивать кожу обязательно нужно, без этого вы не увидите ни здорового сияния, ни свежести кожи, ни, в общем, ничего не увидите, поэтому присмотритесь, кто еще не знает, вот. Продается в подружке. Вот такой вот бренд. Там их несколько разных видов, но берите именно вот с PHA, вот такую вот голубую версию. Вот, поэтому буду брать и беру сразу оптом. Так, дальше. О, дальше декоративка. Я обещала, что у нас будет только уход, но, видите, попала декоративка. Этот пробник, выглядит не очень, конечно, это пробник такого крема-пудры от Clé de Peau.
попался мне при покупке, видимо, румян. Это спонжик был, и это, собственно, сама крем-пудра. А попалась мне вот в пробниках, я решила попробовать, что это такое, и на моменте, когда пудры вот этой оставалось уже вот такое количество, я поняла, что, блин, а чем я буду завтра краситься? Она мне настолько понравилась, что я, честно говоря, ну, как бы опечалилась и пошла сразу заказала полный размер этой пудры. Я уже делала на нее обзор в Инстаграме, можете посмотреть. Пудра классная, мне кажется, для любой кожи подойдет. Возможно, она дороговато, ну, если попасть на скидки, то, в общем-то, даже очень приемлемо. Для среднего типа кожи, типа там двойки, уровня 2, вот О20 можете для себя заскринить, тон О20, он такой более-менее универсальный, то есть он светлокожим не подойдет, там загорелым он тоже не подойдет, а вот таким вот где-то вот среднего тона, это такой средний беж, как говорится. Вот, губкой я не пользовалась, я наносила его своей отдельной кистью. Губка очень много в себя впитывает и как-то нерационально и неравномерно распределяет эту крем-пудру. Поэтому я вот раз или два там попробовала, видите, полбанки всосалась в этот спонжик, поэтому я его, конечно, забросила. Вот, поэтому покупать еще не планирую. У меня с тональными такие легкие достаточно отношения. Я раз попробовала как бы и выкинула. Дальше у нас снова пенка мусс от Dr. Jart, дермаклея, который микромусс, который более такой щадящий, с нейтральным pH. Бадья огромная, и жалко, что закончился. Приятный аромат, приятная пенка, достаточно просто микродозы для того, чтобы развести огромный клубок пены. Я прям так на руку, прям такую маленькую-маленькую-маленькую горошинку намазывала так на ладонь, смачивала руки и взбивала с водой в такую достаточно стойкую пену. Классно очищает кожу, тоже не до скрипа, так как с нейтральным pH, это то, что надо для жирной, вообще для любой кожи. Муж тоже оценил, очень печалился, что она закончилась, потому что всем как-то вот запало в душу. Продается в Золотом Яблоке, либо в магазинах с корейской косметикой. Классная по цене. Я уже не помню, если честно, сколько она стоила, но стоит своих денег, если кто-то вот присматривается, брать или не брать. Там два вида этих пенок есть, которые вот такая вот с нейтральным pH, и второй вариант, не помню, как называется, она такая более пожестче. Можно брать обе, но та, которая пожестче, если возьмете, оставлять ее для умывания вечером. А вот такую вот, с, ну, полегче пенку, оставляйте на утро, либо берите вот только ее. Так. Дальше, следующая баночка у нас от Stratia. Это сыворотка серум, я не знаю, как это назвать, потому что это нечто такое гелеобразное, силиконистое, с 15% витамином С и коэнзимом Q10. Мне данный бренд, я заказывала, значит, у этого бренда витамин С и сыворотку с миндальной кислотой. Посылка у меня затерялась, шла что-то около 45 дней, они мне отправили повторную посылку, в итоге мне пришло вот в двойном размере то, что я заказала, и то, что они мне вдогонку отправили. Вот, но если бы мне пришлось еще раз заказывать, я бы, конечно, ни тот, ни другой компонент из моей посылки больше не заказывала. Сейчас приходится добивать. Я не в восторге, мне не очень нравится такая текстура. Здесь уже все закончилось, наверное. Да, здесь уже ничего я не выдавлю, ничего здесь нет. Там такая гелеобразная текстура была, знаете, она такого густого, во-первых, она густая, белого цвета, и очень-очень, по ощущениям, силиконистая. Когда вы ее наносите, вам кажется, что сейчас на этот силикон очень хорошо ляжет ваш тональный крем, но так это обман, потому что здесь, во-первых, 15%,
Витамина С – это нестабильный витамин С, и его, на него, конечно же, нельзя накладывать сразу никакое тональное средство, им нужно поработать минут 20. Кожа не будет после него сиять, как я привыкла, что она сияет после витамина С, яркости никакой не придает, гладкости не придает. В общем, крайне странное средство. Вот также я не заметила, что кожа как-то после него улучшается по своим внешним характеристикам, качеству, тургору и так далее. Поэтому, ох, добиваю вот сейчас вторую банку с трудом, честно говоря, не очень хочется даже ей пользоваться и больше брать не буду. Дальше, вот, опять у нас Real Barrier. Это очередной пробник с целой косметички, где было много-много разных кремиков и, собственно, пенка, которую я показывала недавно. Это Цика Релиф Крем. Очень-очень такой приятный по консистенции крем, очень такой питательный, увлажняющий. Там несколько разных версий было, но мы все их использовали, я уже все на себя измазала. Мужу тоже понравились. У них нейтральная одушка, хорошо защищает кожу от внешних каких-то воздействие окружающей среды, хорошо напитывает, защищает кожу, оставляет ее увлажненной, напитанной. В общем, если вы ищете что-то такое более-менее нейтральное, присмотритесь вот к этому бренду. Там у них есть разделение по типам кожи, поэтому смотрите внимательно, выбирайте для себя. Я брала вот нечто такое универсальное, чисто попробовать, что тут у нас вообще представлено. Вот, поэтому если мне что-то такое нейтральное захочется, то буду брать, конечно. И снова у нас очередная баночка. Это CeraVe, это ретинол. Это мой первый нормальный ретинол, который мне подошел, который я, вот видите, добила просто до, не знаю, там, тут уже совсем нечего выдавить. У него классная конструкция, здесь нет доступа к кислороду, здесь вот очень-очень-очень маленькое отверстие, которое, как только вы нажимаете, на клапан, оттуда вылезает средства, ну вот, собственно, и все, и доступ к кислороду перекрывается. Вот, поэтому то, что находится внутри, не окисляется, никак не взаимодействует с воздухом, поэтому находится полностью в закупоренном состоянии. Здесь небольшой процент ретинола, он очень мягкий, хорошая у него формула, которая не раздражает, которая позволяет коже плавно обновляться без каких-то адских шелушений, раздражений, облизаний. В общем, если вы ищете для себя ретинол, хотите попробовать или начать хотите ретинол, присмотритесь вот к CeraVe. Я покупала на iHerb. Сейчас они поменяли упаковку именно этого ретинола. Там он идет в такой тубе, то есть, ну, в банке, типа вот такой вот. А это предыдущая версия, такой больше не найти. Вот. Если же мне опять-таки захочется нечто такого нейтрального, поддерживающего, недорогого, он, кстати, недорогой, что-то в районе 1500 стоил, вот, то я вот обязательно буду брать его еще. Вот. Так что прям рекомендую. Дальше. Следующая у нас бутылка. Это I'm From рисовый тонер. Вот его там уже практически не осталось. Мне было интересно попробовать его, что это вообще за водичка. Такое, знаете, он прям как молоко был белый, его нужно было вот так вот взбалтывать. И, в общем-то, выглядело это очень красиво, когда бутылка была полной. Сейчас не очень. Что, собственно, какие у него свойства у данного продукта были направлены на увлажнение, на питание. То есть я его использовала как базовый тонер. После себя, после нанесения он оставлял небольшую такую жирность на лице, которая через несколько минут проходила. Вот. Но вот эта жирность, она такая ошибочная, и после нанесения вам будет казаться, что ну как бы достаточно, и крема никакого не надо. На самом деле это не так. Лучше все-таки после него все равно наносить либо какую-то сыворотку, либо крем. То есть закрывать, потому что тонер все-таки изначально идет на воде. Вот. А одним тонером мы
не спасаемся. Обязательно нужно дальше продолжать свой уход, ну, по типу кожи и кому что подходит. Вот, а для сухой, для нормальной кожи он будет норм, для комбинированной кожи под вопросом, для жирной тем более под вопросом. Вот, поэтому сухокожики, нормокожики, смотрите, я думаю, что, возможно, вам он даже понравится. Вот, я его больше брать не буду. Едем дальше. Дальше у меня недобитый товарищ. Недобитый, потому что там вот так вот где-то еще средство осталось. Это Super Vegetox Wonder Buff. Ох, сомнительный товарищ. Повелась на него и даже добить не смогла. Что могу сказать? Очень-очень провокационный, очень неоднозначный. Да, он классно все стирал с лица, он снимал макияж, но использовать его в качестве снимателя макияжа — это, конечно, трэш, потому что невозможно его использовать. Просто вот так вот подойти к раковине и умыться. После нанесения образовывается наигустейшая пена, и она не перестает, как это, горшочек продолжает варить до тех пор, пока вы не залезете в душ и не смоете все это большим количеством воды. Меня это очень сильно дико раздражало, что вот такой процесс слишком энергоемкий, трудоемкий, много воды, много времени приходится тратить на то, чтобы вот его смыть. А срок годности у него полгода, где-то здесь написано, и, в общем, за полгода я его вот не смогла никак добить, придется ликвидировать вот с частью остатков. Вот, поэтому нет, больше брать не буду, попробовала, и как бы хватит с меня. Дальше. Дальше у нас шампунь. Мой любимый Davines шоколад. Это оттеночный шампунь, собственно, вот такого вот он цвета. После того, как я перекрасила свой родной цвет шоколад, я стала покупать именно вот этот оттеночный шампунь. Он классно поддерживает цвет, позволяет цвету на волосах продержаться дольше обычного, тонирует их, имеет приятный аромат. Плюс это эко-шампуни, всяких там SLS, PAF и прочих нет. Не тестируется на животных, это итальянская фирма. Вот тут, в общем-то, все об этом сказано. Вот, упаковка у них такая неприметная, скажем так, они не заморачиваются на упаковке, но зато качество продукта и качество того, что он нам дает, стоит каждой своей копейки. Вот, поэтому я их постоянно беру, так как я постоянно крашу волосы в свой каштановый цвет. Вот, и такой же у меня есть еще оттеночный бальзам, тоже шоколадного цвета. Я его держу чуть подольше, и он прям оживляет мой цвет и делает его таким прям насыщенным шоколадным. Вот, единственный у него минус, как, в общем-то, мне кажется, у любого тонирующего шампуня, он красит руки, ногти, кутикулы, все становится такого цвета не очень. Как будто либо я где-то ковырялась, либо я чем-то болею. Вот, поэтому нужно быть аккуратным. Дальше у меня снова Davines. Это универсальное молочко All-in-One Milk. И как термозащита, и как кондиционер. И, в общем, такое многофункциональное средство. Все в одном флаконе. Это полноразмерный вариант. Есть еще такие мини-версии. Я их обожаю. С ним очень удобно путешествовать. Если куда-то едете, удобно взять с собой. Вот, особенно для длинных волос он вообще классный. Но коротким волосам он тоже, конечно же, подходит. Очень приятный аромат, просто когда ты его наносишь, это такая ароматерапия. Классный, на самом деле, молочко. Буду брать еще и не буду останавливаться. Практически завершаем. У нас осталось прям чуть-чуть. У нас снова продукт для волос, снова Davines. Это очищающий шампунь Solu. Как вы видите, банка самая-самая-самая наипростая. Вот, но шампунь классный, на самом деле. Он отлично очищает кожу головы, скальп, очищает
устье волос, там, где забивается у нас грязь, пыль, кожное сало и стайлинги, вот он все очищает. Раз в неделю я им пользовалась, очень надолго его хватает, так как я им пользовалась где-то раз или два в неделю, вот, потому что я все-таки использую стайлинги, и кожу головы я очищаю достаточно часто. Вот, поэтому беру его всегда. Вопрос о том, что буду я покупать или нет, не стоит. Всем рекомендую, стоит своих денег. Так, ну что ж, мы на финише, и вот такая вот банка на финиш к нам подъехала. Это скраб, обновляющий для тела Natura Siberica на молоке тувинского яка и дикой монгольской морошки. Офигенный скраб для тела с солью. Такая вот огромная бадья, сколько здесь? 370 мл. А там полноразмерные были ягоды, которые прям, знаете, ну, я не знаю, вот такого вот размера. А, блин, вот такой аромат сейчас идет. Жалко, камера не передает аромат. А когда его наносишь, вот эту вот соль с... что там еще намешали? Все это становится такого при растирании на теле белого цвета, ну цвета молока, прям вот такого вот белесого. Прекрасный аромат одушка по всей ванной. В общем, сплошной кайф. Мне как-то этот скраб подарила на Новый год, по-моему, клиентка моя. Я его попробовала, и с тех пор больше ничего другого я не беру. Уже вот сама покупаю все эти банки, уже которые она по счету, не помню. В общем, за сколько там, 700, по-моему, рублей, что ли, стоит 370 мл. Очень надолго хватает, я где-то раз в неделю им пользуюсь, прям где-то на пару месяцев, наверное, мне ее хватает, не засекал. В общем, классный скраб, буду брать еще. Вот, ну что ж, все. Вот такой вот мой небольшой обзор пустых баночек получился. Я собирала их достаточно долго, потому что каждым средством я пользуюсь достаточно основательно и стараюсь, в общем-то, создать такое, собрать, знаете, более объективное мнение о всех банках, чтобы потом рассказать вам, стоят они своих денег или нет. Ну, я знаю, что вы доверяете моему мнению, я вам за это очень благодарна, вот, поэтому буду с вами прощаться. До новых встреч, новых видео. Пока-пока.